Так, поехали. Сначала мы снимаем нижний слой, подложку. Верхний слой с вот этой липучкой мы оставляем, потому что рисунок весь держится на верхнем слое. Прилепляем, смотрим, куда мы можем прилепить. Так как у нас классическая бикини-тату, классическая, вот сюда. Хорошенечко прилепляем. И теперь снимаем защитную пленочку, вот эту, которая фиксирующая пленка, которая фиксирует наш трафарет, чтобы он нигде не разлетелся. Только так надо выбирать. Красим красным клеем. Клей гипоаллергенный, он предназначен для татушек. Вот это тут колбаса осталась. Сейчас аккуратненько поближе. Много клея не наносим, тоненько. Потому что будет сильно толстый рисунок, будет зацепляться. Аккуратненько все. Это быстро делается, недолго. Клей долго не сохнет, поэтому его можно долго оставлять, ну недолго, но пока вы все это сделаете, пока нанесете, все это остается здесь и долго не засыхает. Будет еще одна бабочка у нас золотистая. Будет еще одна у нас бабочка синяя, красная, золотая, еще какой цвет, зеленый, да, и прозрачная. Значит, красный пока хватит. Будем по очереди делать. Сначала сделаем вот такую золотистую. Смотрится он оранжевый. Оранжевая бабочка будет смотреться. Такая вот. Так. Теперь следом красный. Сыпаем красный. И намахивающим движением, подметающими такими, наметающими. Сразу закрываем красный цвет, чтобы не рассыпалось, не дай бог. Теперь берем черный клей. Черный клей, это будет синий цвет, бабочка синяя. Какая еще будет? Зеленая. Можно было бы их под цвет сделать. И, наверное, вот такая вот... Ладно, пускай здесь будет. Золотистая. Только золото красное. Сейчас мы сделаем здесь такой вот цвет. Так, там будет у нас зеленая, нет, синяя. Синяя здесь будет. Убираем здесь все.
достаточно. Здесь у нас будет и вот такую массу пуську. Цвет морской волны. Да и этот тоже пускай уже попало туда. А нет, мы можем взять сине-зеленый. Теперь снимаем трафарет. Ух ты, волосики. Аккуратненько придерживаем кожу. Такая красота получилась. Я прослушала. Так, и здесь мы убираем лишнее. Вот это немножко добавим. Тут что у нас было? Две одного цвета, что ли, были? Ну и ладно. Убираем все лишнее. Она такая бархатистая, на ощупь приятная. Все, держится долго, 2 недели. А водой не смывается. Если нужно ее стереть, то можно помазать маслом, либо спиртом и потереть салфеточкой, либо щеточкой. Вот, в принципе, и все. Здесь у нас был вот такой глиттер. Вот такой глиттер. Вот такой золотой. Что-то у меня тут 2 одинаковых получилось, да? И красный. О, как у нас. И вот таких 3 клея. Черный, красный и прозрачный. Все, короче, я показала. Так, теперь сейчас фоточки сделаем. Вижу. Можно вот так вот сделать. Сюда пошевелить, туда-сюда пошевелить.